Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». 9-й кубок Владислава Третьяка уехал в Альметьевск, Татарстан. В финальном поединке «Нефтяник» в серии после матчевых буллитов одолел «Магнитогорский Металлург» спортшколу клуба КХЛ. Хотя по ходу матча «Нефтяники» постоянно проигрывали одну шайбу, однако основное время закончилось при счете 3-3. Пришлось форсировать игру, перестраивать звенья, тактику, рисунок игры, менять, атака пошла. Как бы где-то навалом пошли уже, куда деваться, время же капало уже. Ну, в принципе, додавили, дожали. Второй финалист Кубка Третьяка – первая команда на Урале – «Магнитогорский Металлург». Побеждать привык у себя на родине. Самарский турнир встретил «Магнитку» по-хоккейному гостеприимно. Соперники – тоже лидеры в своих регионах. Подмосковные «Витязь» и «Русь», сочинские «Барсы» и, конечно, хозяева – самарские ЦСКА ВВС. Подбор команд был довольно-таки серьезный. Все соперники, скажем так, с характером. Игры все проходили на зубах. Уровень турнира довольно-таки сильный, скажу так. Уровень, скажу, финала России примерно. Самарским военным летчикам не везет с медалями на родном турнире, который год подряд. Хотя в 2010 году ЦСКА ВВС завоевали Кубок Третьяка. Нам предстоит еще много работы для того, чтобы вернуть былые традиции и стать победителями. Я думаю, на следующий год он будет юбилейным, 10-м турниром. И будем ждать то, что наша команда отметит данный юбилей победой. Хоккейные специалисты, побывавшие на самарском дерби, высоко оценили игру местной команды. За последние годы спортсмены прибавили в мастерстве. И недалеко то время, когда ЦСКА ВВС сможет на равных бороться за медали с командами сверстников из клубов континентальной хоккейной лиги. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.